Во дворце спорта «Триумф» прошел заключительный этап турнира детской футбольной лиги городского округа Люберцы. В нем приняли участие более 300 спортсменов. В атмосферу финальных матчей окунулись и мы. Сашу Егорова родители привели в секцию футбола в 3 года. Сегодня воспитаннику люберецкого «Спартака» уже 7. В нынешнем турнире перед ним стоит задача не пропустить гол. Хотя парень отлично знает и тактику нападения, и хорошо играет в защите. Можно что угодно делать, только нельзя в руки мяч брать, если ты нападающий. Если ты будешь круто заниматься, еще круто сделать всякие трюки, тогда ты сможешь стать великим футболистом. Томилинская команда «Альянс» со счетом 5-4 взяла первенство над «Кометой» из Лыткарино. Это победа не только юных футболистов, но и тренера, который вкладывает свои умения, навыки и любовь в своих воспитанников. Ребята проявили характер. То есть я очень горд за них. Ребята стараются. Спасибо большое нашим родителям. У нас самые лучшие родители. Очень сильная поддержка от них. Такой зал всегда приятно играть, когда много народу, есть где болельщикам разместиться. Все поддерживают, все болеют, все кричат. Турнир детской футбольной лиги проходил с декабря. В нем участвовали 20 команд из городских округов Люберцы, Лыткарино и Жуковский. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.